Итак, сегодня под запись с микрофоном, я думаю, получится, никаких криков не будет и так далее. Тут у нас игроманный стример. Да. Здорово. Мама превосходит. Вот. Игроману, надеюсь. Здравствуйте. Можно отрубить. Или здравствуйте. Потише его сделать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вообще ничего, начальник? Нормально. На 50 я его сделаю. Так, куда поедем сегодня? Вот. Да вот, не знаем. Скандинавию. Куда? Скандинавию? Так, раз и два. И три. Все готово. Чтоб не вылетит. Бам-бам-бам. Бывает. Что-то я его убавил, у него все равно громко. Человек меньше подписчиков, чем у меня, но зато у него они активные. Че там? Кто ведущий? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, 800 км. 1200 быстро доедем. Серега, что ты на старом мане что-то, блядь? Это не ман у него, это и века. Он сегодня на будет страдать. Не, я не буду страдать. А, не, ну понял, это... Саня, ты на старом мане? Да, мне он нравится-то больше. Он не будет страдать, у него, наверное, 1000 лошадей в этой херой. У кого? У Сереги весь прицеп, наверное, в двигателях, они там соединены. Он маслать только так будет, в точку. Как кодировщик перезагрузить, что за фигня? Маслать в точку, блин. Я сегодня так катался, блин. В соло, без трафика, вообще, зашибись. Я сегодня круга сделал по дороге дураков. Откуда и докуда она начинается? Где она вообще? Я от Кале до Оснабурга езжу. Дорогу дураков, это вот эта двухполоска, что ли? Ну да, она в основном по двухполоске, где вот мы тогда... Это вот от Кале и до Дюрмунда, да, вот этого? До Оснабурга. Оснабрюк. Ну да, до туда вот. Оснабрюк. Основные пробки до туда, а чуть дальше иногда тоже бывает. Там Фигасим. Иногда вплоть до Ростка. Понятно. Надо будет потом сгонять туда. Нет, там Паша, весело. Идешь? Сегодня не. Нет. Я сегодня с грузом. Ты по дороге, да, хочу его выкинуть. Так что. Что? Я каждый раз с грузом. Ладно, тогда я. Я веду только свои конвои, чтоб я прям четко поставил маршрут. И не париться потом. Чё, кто за кем? Я Дима, Андрей, Паша, Саша. Саша, замыкаешь. Можно я замыкать сегодня? Не буду, можно в центре. Ну, давай я замыкать буду. Хорошо. За кем я туда? За Андреем. Я последний понял, примил, закусил на. Хераси, весь фарш.
Тусить не надо? Нет. Уже новая игра? Старая. Пам, заводим компьютер. А что, через 5 минут едем? Да, уже должны были тронуться. Да. Мы уже 5 минут ехать должны. Ну, по моим 2 минуты как должны. Не, я имею в виду, еще 2 минуты стоять будем? Не знаю. Да, да. Да. Тогда можно заглушиться. Я... Заглушились. Ага. Так. Через пару минут подойду. Что можно тогда делать? Музончик врубить. Да, можно застрять ненадолго. Ты опять туда поехал? Да, задом я спокойно оттуда выйду. Мне спереди бампер мешал, свес. Я на понижайке, на дифференциале выеду спокойно, на изичек. Чё там за нахрен? Хотя, хрен его знает. Я уже застрял, я вывернуть не могу. Молодец. Да, я чисто бампером цепляю. Паш, ось опусти, ты шипишь. Что-то это глюки с шипением. Да, не постоянно. Вот у меня бампер скользит, колеса не крутятся. Вот теперь начали крутиться передние колеса. Массивная такая. У меня вид от переднего колеса. Да, я так тоже делал. Я на месте. Здорово. Мы тоже. Здорово. Фигней страдаем. Так. Я все-таки прицеп потом другой поставлю. Там. Так. Бам шарманку. Тракторак тут привез. Бензик тупо жгем вообще.
Почему вид такой? Нифига. О, свободная камера, кстати. А я не знал, что так можно фоткать ее. Почему на шестерку заднюю? Видос сегодня видел на ютубе. Парень с помощью консольных команд вер-атаки настроил кабину так, что у него кабина жила отдельно от рамы. Сильно прям барахлила. Жесть. Чуть ли не запрокидывалась вперед при торможении, а назад прям сильно наклонялась, когда газ вваливал. Ну я примерно такое видел сегодня. Да вон в эту консольку эту заходишь. Да, на консоли. Прописываешь стабилизацию трейлера на всю катушку, и все, и у тебя. Не, у него именно кабина жила, то есть рама нормально себя ведет. А кабина болтается. Да, вот да, кабина вообще отдельно живет от машины. Он ее чуть ли не до земли закладывал. Ну тогда поехали. Погнали. Вот база нам права. Ну чё, в путь? Базу выехали. Трейном сбрасываем, чутка перекрестка поворачиваем налево. Фига там пробка. Набираем скорость, проезд 90. Перекресток проехали. Понял. Че, без фар шли? Они с фарами. Развязку проходим прям. Опа, что-то я раскочегарился. Что-то жестко как-то. А мне вообще в другую сторону я. На развязку прошли. Понял. Добавляем до 80. 80. Окей. Девяносто пять, я так говорю, 80. Ай, сизый. Саня, а ты чё игромана боишься? Когда я близко еду, он дергает. На. О, нифига, подъем, да?
У меня Скания топовая, тащит, блин, на 6 ступках, вообще огонь. Я раньше думал, чё, нифига, 6 ступка говно, на самом деле. Отличная штука, блин, особенно со старта тащить, просто улетаешь. Едем 59, я охренею, даже не разгоняется, блин. Поехали. Твою ж мать, блядь. Чё там? Я, сука, не нажал кнопочку начать конвой, блядь. Чё, возвращаемся на обратно? Ну да. Разворачиваться? Разворачиваемся на месте. До развязки, доезжаем на развязке, разворачиваемся, сука. Пипец. Я, блядь, еще думаю, что я забыл, блядь. А че ты через жопу разворачиваешься, Паш? Мордой бы развернуть. Упс. Да так нормально. А че, так прокатило? Надо было до развязки развернуться. На месте. Да, надо было. Мы на месте развернулись с Сэмпиком. Только ни хрена не тащится. Надо мне, наверное, контролить, да? Конвой начинать. Да, за всю историю это первый раз. Первый раз. Но с дебютом тебя. Ага. Конвой начали. Закончили. Писец. Пипец. Летим, ни хрена я лечу, просто тьма вообще. Просто вообще. Головастики, ах вы суки. Ездит это. Типа кто мне там сигналит, типа меня сможет обогнать. Ха-ха. Я ему место уступил, пусть обгоняет, я 140 иду. Пусть обгоняет. У меня тоже сейчас Скани вообще топчик. Особенно 6-ступка вообще ничего не тупит, вообще нормально. Ну так не всегда на 6-ступ. Все, я приехал. Атаковаться или не надо, Серега? Ну просто приехать, заехать туда надо. Парковаться не обязательно. Просто заехать на компанию. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, ни хрена маршрут оборвало. Первый раз такое. Пиз, там азакоп. С модов еще не отошел. Ставим по-нормальному. Тормозуха, конечно. Надо ее восстановить. Ха. Что-то хрень. Все. Ждем. Контракта, блядь, виновата. Я задумался за контракта, блядь. Ха-ха. Вот так вот бывает. Да, бывает. Ну ничего, мы еще раз поедем. Че мы, блядь? Ща глянем. Вон они едут уже. Красавцы, блин.
Ну, вино хакеры, вот. Вообще шикарно. Най. Паш. И заехали. Чего? Паш. Посмотри на мой прицеп. Чё ты мне там? Мне даже домкрат не надо, чтобы колеса менять, я просто задираю бочину. Ааа, он хитрый. Домкрат ему не надо менять. Чё, все оп, заехали? Опа, три колеса разом поднял. Молодец. Все сделал, теперь можно ехать. Дубль второй. Главное на финише не забыть. Хорошо. Я напомню. Все, наверное, напомнят. А то если мы все повыходим из игры, это уже будет проблематично. Ну да, фиаско будет. Фиаско, братан. Знаки кто-то гнет ее. Все, выехали с компании. Принял. Еще раз перекресток поворачиваем налево. Еще раз. Серьезно, я думал направо. Чувак повис. Чутка. Что-то там пробка, ясно. Моргает еще что-то. Проехали. Неудобно мне просто говорить, когда... Ну, догоняйте. Да, не вопрос. Это догоню, только потом что делать. Развязку проходим прямо. Да, понял, принял, закусил. Нюхнул все. Неправильно отвечаешь, надо отвечать 30... 35-82 принял. 23-13-12. Опа, ничего себе. Догнал вас. Круто, встречка. Да, сегодня я накатался. На модах под 120 с грузом. Ой, 120, 180. А я 150 летал по дороге дураков. В межле. Фига ты. Ты за это не забанены. Я три раза разматывал по 3, по 4 типа. Потом того, что я им писал типа сори и все, и уезжал. Сори, мэн. Ха, типа у него good dog. Круиз good 90. Dog. 90, нахуй, давай 150. Да не, куда? Поселочная дорога. Сто пятьдесят, 200, 300 ее. Воу, сотку дал, все, вообще огонь. Вух, жух, полетели просто. Что-то они там топ дистанцию держат. Я то, что хочу. Сейчас тоже так поеду. Если не убью никого. Сбрасываем скорость, впереди развязка, уходим направо. Во, направо сбрасываем, только разогнался, блин. А чё у меня фары не горят? А, нет, горят. Пам-пам-пам-пам-пам, мой сончик, мы идём. Дубль 2, мы тащимся на... О, благо у меня тормоза топовые стали. Йоу, лагануло вовремя.
Вроде мы тут развязку набираем скорость, занимаем правый ряд. Вроде мы тут А, я тут гонял уже. Помню, было дело. Если Века сможет, будет круиз 100. Сможет она, сможет. Она 130 сможет. Шли годы, и Века могла. Да. А чё, народ, есть Века. Варианты других грузовиков в Европе, да? Кроме этих семи. Вы вот типа говорили новые варианты, грузовики новые, хочу-хочу, а вы смотрели вообще? Есть там марки какие? Которые, ничего в этой игре нового не которые будет, наравне да? со Скани, с Дафом, Вольвой может поравняться. Нет. Ну и вот. Походу их и не будет. Есть МАЗ, Минский автомобильный завод. МАЗ в Евротрек мы походу не добавим. Это так и так останется в модах. Так же как и КАМАЗ. Да. Как все радуются, типа, о, Россию скоро добавят. И там Россия есть уже. Развесь, правее проходим. Да еще у них есть там в разработках, они еще один грузовик собираются впихнуть. Сбрасываем скорость, уходим на улитку. Ну они правда. Сколько этот ман добавляют? Да они даже показывали скриншоты. А, я новости смотрел уже вот, блядь. Херни. Скриншоты, блядь. Подождем еще пару месяцев, может добавят. Да, навряд ли через пару месяцев. Ну, пару ман лет, полгода мы ждали. Каких полгода, блядь? Вот, я тоже могу скриншот игры своей сделать, типа, вот, игра в туп разработки, там все дела, одну сцену сделать и все. Ну, я смотрел новости разработчиков. О, херня это все. Ну, хотя в первой части вообще было 7 штук. Ой, 7, одна Скания была же. Че у меня круиз не работает? Почему? Почему у меня круиз не работает? Что за дела? Да, бывает. Развязку проходим прямо. Что-то у меня со скоростным вообще... 49, какого хера? Какой-то круиз странный. Он сами что-то лаганул, походу. Чё за дела, да? Во, все, заработал ее. Вроде как. Заправка никому не нужна? Нет. Нет. Ну ладно, как идите. Понеслась. Что за говно? Во, 99, ладно, нормально. 99, топчик. 99, поехали. Чекнем сейчас, посмотрим всякую хрень в интернете, пока едем, всякую рекламку. А я сейчас бы 150 или вообще 180, было бы шикарное. Чё это за фигня, Алексей? Да я бы тоже написал, ну нахрен. Сбрасываем скорость, впереди развязка, уходим направо. Опа, развязочка. Принято. Я встал. Вы чё там, ё? Да, я понял. Чё, я пролагал? Почти. Чё-то все жестко тут встали. С развязки направо. О, чё-то я борзею маленько.
Чё-то я вообще... Кто-то мне коммент написал. Красавцы. Эпа, вы чё? Чё это такое? Чё за дела там? Димка тупит. Ё-моё. Чё какой-то челик стоит? Чё за дела, блин? Чё-то у меня вообще не тащится. Что там за фигня? Они что-то долго не... 80, прообразно, прямо подходим. Там еще встречка будет, на... какой-то... Бля, я чуть не врезался. Тут я жестко, конечно. 73 поворот, нормально. Нифига. Вот это он выбрал опять интересную трассу. Что-то в Евротрак играть сел, аж залипаю, глаза закрываю. Свена не хватает, да? Чтобы да повысить не внимание. Я днем не поспал. Я ж типа по выходным днем вообще. Аккуратно, две встречки. Две, мать. Встречки вылететь могут прям на нас. Эти встречки щемятся на обочину при виде. При виде конвоя, блин, прямо. На-на-на. Топ-дистанция, давай-давай. Пробуем. Нифига у него заворачивает. Давай. Прям задание, а? Прям конвой. А чего на разметке вот, вот этой вот означают стрелочки в бок? Ну типа закончить да. Обгон. У нас просто такого нет. Ну я так думаю. И разрешение на обгон тоже. Что-то у меня опять встает, блин, на скорости. Вообще. Фига там дорога, блин. Все офигенное. Сколько едем, хз вообще? 70 что ли? Не 70. включил, ну-ка как поедем. Медленность. Вообще медленно. Чуть ни хера не могу понять, блядь. У меня куда-то 30 кадров, блядь, пропало, блядь. А сколько стало? Стало 35. Фига. Не 30 кадров, а 40. 40 кадров. Ну, типа деревья одни. Сбрасываем скорость, да, опасно, поворачиваем направо. Направо, ни хрена себе. Оттормаживаемся, я так понял. Полностью почти, блин. Да, тормоза у меня жуткие. Блин, что за фигня? Кодировщик перезагружен. В смысле, ты что, угораешь там? Типа он у меня не тянет, что? Встречка. Что-то жесткая встречка. С тракторишкой. Сейчас догоним вообще. Брр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 рr
Ну, нормально. Сбрасываем скорость при дедообразном поворачивании налево. Чё-то я расслабился. Вообще. По встречке лечу, блин. Сейчас главное не облажать. И поворот. Круиз 80. Погнали. Что-то у меня, блин, с передачами случилось. Почему такая хрень? Либо я привыкну на таких скоростях, да? Типа, что у меня за фрезы, там все дела. А у меня МПС 18 тонн, поэтому меня так тормозит. А я не врубился ни хрена. Понял, лаги такие. Что-то там мы вообще летим. Я их постоянно догоняю. Тишина. Добавляем круиз до 70. Ух, там поворот вообще жесткий. У меня 95. До 70. Но тут в горку, блин. Вот почему до 70 у него не едет ни хрена. Бух-бух-бух-бух-бух-бух. Поворотов дофигища опять, как обычно, все. Все в сборе. О, 70, ну-ка. О, поставил круиз. Шикардос. Поедем с одной и той скоростью. Хоть рулить не надо. Хоть рулить только нужно. На-на-на. На монитор надо 7 косарей, кстати. Ой, на нормально. Самсунговский твой дивизию 7,5. Надо будет собраться потом. Оп, Саня даю. I'm sorry. Ну ты даешь. Ну это вообще. Паш, не задел? Не. Здорово, Егор, здорово. Я вовремя увидел. Телефон зазвонил мне этот. Бросил, потом отвечу. Чё там оно? Ух ты! Поворотик какой там. Увеличиваем круиз до 80. О, да. До 80. Чё-то не едет ни хрена. А, ты пилот. Круто. Пилотажем. Вон агроман всегда стримит, короче, а я только видосы снимаю. Потому что если я буду стримить, профессия, то у меня будет постоянные всякие... Пилот чего? Крики. Ну кто там, блядь, все равно... На чем в Шарм-аль-Шейх летают? По-любому же, блядь, не на Ту-134. Ну, профессия ошибок не прощает. Образный прямо. Да, без ошибок пилот. Вот эта музыка классная, кстати. А чем меня ведет налево? А, ну ладно. Спишем на мою криворукость. Я тоже налево вело. Может, потому что я отметку не поставил. Боинг 737. Их же вроде приостановили полеты. Образный прямо. Ничего себе. Понял, принял, закусил. Ё-моё. Не, на Боингах мне летать не доводилось. Я вообще ни разу не летал. Только на аэробусах. 320. Я летаю, блядь, через каждых 2 месяца. Ну, я каждый год почти. 2 раза.
крутяк, крутяк. Кто-то летает, а кто-то дома сидит. А чё, не заправились? Играет в игрухи. Охреневает над происходящим. Пытается как-то заработать. В итоге ничего не выходит. Да, тормоза, конечно, язычные. Я перепутал с аэробусом 320. Ну, я не знаю, как бы шибко-то в них не разбираюсь. Вроде же Боинги же американские. Кто знает? Боинги 737 по телеку говорили, то что перестали летать. Ну да, стран. Да, я знаю, что... Ну, типа он же недавно разбился, один самолет. Или нет, я телек... Разбился. И сразу... Там стрельба там еще массовая там... где-то вроде была недавно. Все, делаем остановку на заправке. Нашли там какую-то причину, у него там что-то нос задирается. Сбрасываем скорость. Это, короче, какой-то костяк. Ну, американцы... Заряжаем на заправку. Раньше мы вообще на аэростатах летали, пока Гинденбург не бахнул. А, да, спасибо. Меня Андрей залагал, извиняюсь. По фэншую, да? Да, я не по фэншую, я так залетел. Здорово, Сталкер, здорово. Не хотел врезаться, дайте проеду обратно. Я чё залагал, я остановился просто резко? Нет, ты резко остановился передо мной. Я говорю, что я залипаю, я не успел отреагировать. Поедете, скажете, пока на траву. Пока поспишь. На траве постою. Фух, пригнали. Ну, сегодня на работу ходил, поэтому днём не вышел. Пип. Я курить. Перекур 5 минут. А чё я еду-то? Я ж последний. Через 5 минут я перепаркуюсь. Если я последний, значит... Значит, вот сюда можно. 5 минут перекур. Затягивай дальше на встречные обочины встань. Что-то он не по правилам ездит. А вот дурачок едет по встречке. Че, Андрей, спустимся ниже? Да, забор вроде кончился. А куда поехать? Нормально. На обочину, кстати. Да там, блядь, на заправке места нет. Нормально. Не на дороге, не на дороге. Никому не мешаем. Вот вопрос, я выехать потом смогу на двух осях? Конечно, сможешь. Так, все через полторы-две минуты подойду. Ха, гудки насквозь.
Прикол, конечно. Не поворот, но у меня фура, блин. Что тут у нас? Где кто стоит? Какой-то челик стоит. А наших нет у нас. О, тут можно на повороте было. На повороте никто не стоит. Кто это такие, блин? Едет по встречке тупо, короче. Все тоже встанет. И посидим вообще. Саня, ты куда поехал? Так, все, я на месте. Я буксую, я никуда не поеду. Че ты исполняешь, я не пойму. Буксую. Так а зачем ты полез вперед? Да у меня он скатилось. Да не надо, я выеду. Чё, парни, возвращаем Пашу в компанию. Давай его зарегистрируй под сотрудником. Под сотрудника его сделаем, блядь, сотрудником. Пусть тогда меня делай этим. Вот. Кем? На характеристику плевать. Саня, ты слишком вредный. Я, да, я токсичный, но человек нервы просто сжирает. А чё нервы? Он сзади ездит, никого не трогает. Не, он стебёт. Он как будто просто, знаешь, специально стебёт. Ладно, возможно, подумайте. Это не так. Подумайте, поехали тем временем. Дима на месте? Да-да. Заезжаем. Так. А, вы уже все уехали, да? Да. Мы спустились немного. Чтоб парковку не загрязнять. А чё дурачок стал на... Ну, он типа с нами, наверное, хочет. Типа ему так прикольно, я там говорил. Мы типа троем встали, и он за компанией. Так он ехал, он спустил, развернулся и стал... Он что-то пишет в это what the fuck, типа. What the fuck, типа. По-турецки пишет, я читать не могу. Если бы он сказал, я бы, может, понял. Всё, погнали. Просто у них он алфавит другой. Я не понимаю. Погнали, погнали. Упс. Вес 80. Всё, почесали. Круиз 180, вау, на. Выехал. Сбор. Да? Он за нами поехал. Пусть. Приколист твой день. Запретить же мы не можем ему ехать. Если бы был бы Паша с нами, он бы смог. То он бы смог его ликвидировать. Прямо. Опять налево ведет. Убавляем до 70. Тебе машину налево ведет? Нет, карту.
Чё-то он отстал. Дом поехал. Ух ты, бля. Вот это жесть. Это поворотик. У меня же Скани не въехал в этот поворот. Набираем 80. Охренеть. Саня, у тебя телефон с Xiaomi? Ну да. А у тебя какой это Xiaomi? 4X. Ой, сори, Cruise снимал недавно. Ну я купил такой бюджетный. Я свой продал. Чем будешь брать? Xiaomi Redmi Note 4 или 4 Note 4. Понял. Когда я покупал, они были, мне не понравился. Он побольше. Не знаю, мне большие не нравятся. Я считаю, продал 5S iPhone в плохом состоянии. Батарейка была мертвая почти. Добавил что-то около $20 и купил. Уже год пользуюсь, встраиваю. Я свой сейчас продал, добавил 10 тысяч. Купил себе. Ну я Asus взял. Zenfone, который? Да. И как? Где развязка, сбрасываем скорость. Флешку поддерживает 2 терабайта. Под мост налево. Ну тебе оно надо, да. Ты же там говорил, то что фильмы скачивает на вахту. Да, я в следующий раз с работы приеду. Куплю флешки. Ну, флешки максимум продаются эти микро. 512. Да. Ну вот с запасом на будущее. Да. Я пока телефон не хочу менять. Зато за как накачаю фильмов. Это да. Если нужно, то конечно. У тебя по месяцу работа или по два? Кого? Работаешь-то где? Так это вообще плохо слышно. Работаешь, спрашиваю. А, ну 2 месяца работаю. А, ну как раз тебе там. Ну, считаю, 2 месяца работаю, 2 отдыхаю. Занимаем средний ряд. Постоянно. Развязку прямо. Ну и работа у тебя не самая легкая. Так скажем, два условия месяца, не. Живешь в вагончике. У нас сейчас тоже на работе на многих собираются отправлять в командировку в вагончик на лето. Радует одно, вагончики у нас новые, блин. Вагончики, какой-то. Твою дивизию, понимаешь? Сколько человек в один вагон? 8 человек. Ну, у нас прям как кильки. У нас получается так, что 4 в день, 4 в ночь. А, то есть койки одна на двоих? Нет, не то, что одна на двоих, просто в одной половине по 2 человека. А, понял. Нет, а у нас... Отправляют так, 16 человек, допустим, и койка одна на двоих, меняются. Не, то у нас есть, такого нет. Места. Спать нет места. Общаги, если там в городе, то тоже полные обычно, когда пытаются. Поэтому я сказал сразу, то, что если командировки будут отправлять, пусть что-то меня выгоняют узнали, либо без содержания, либо сокращают, я не пойму. Что-то какой-то пьяный обгон. Да, в командировках что, у нас... Что, Куроисатка, люди... что ли? По командировкам ездят, когда у нас вот хорошо получают. Да, так? Куроисаточка. Обгон там, внимание. На повороте вижу. Сейчас улетит нахер. Чуть не разложился. Лишь бы меня не разложил, а то он что-то едет, блин. Виляючи. Аккуратно, да, он старая пытает, Вольва. Вообще пиздец. На обгон старая Вольва идет. А, что делает? Да он пытается обогнать, пытается, и нихера у него ничего не получается. Давайте дуралей какой-то. Меня вытеснили, короче, ребят, но это... Что он сделал? Передо мной просто перестроился? А, понятно, он... Если на поворот идет, зачем обгонять будет?
Идиотик. Серег, помнишь, как тот дурак, который на тебя налетел там сверху? Едь, там такое это узко, блин, и он на эту хрень налетел, подлетел вообще. Я сегодня вот с типами катался, едем. Он решил меня немножко в шутку прижать. Прижал. В итоге он на крышу лег. Ну видишь, видишь, он сразу же написал сори, парни, сори. А че меня сейчас вот вниз вело под мост и на разворот? Хотя я не мог повернуть вправо. Че с моим навигатором? Не знаю, навигатор сегодня тупит, то маршруты обрывает. Я сегодня в Берлине стоял, блядь. Угорал с парней, блядь, там. Короче, запарковались два, так понял, тоже генеральные директоры, или кто они там, набирали компанию людей. Сначала в чат один закидывает сообщение, типа, ну, приглашение, там, потом второй. Я пишу, типа, я пойду в хорошую компанию, что взамен? Ну и давай они там писали, зарплата, блин, евро. Ой, если зарплата, скидывай мне их контакты, пусть 30 тысяч рублей в месяц мне платят, я буду... Да, 8 часов. Валюта в какой... Ну, расчет в какой валюте? В евро. О, нет, 1000 евро, в принципе, хватит, просто присылают. В рации общаются. Они же не знают, что я тоже слышу. И говорят, ну блин, это какой-то, я говорю, сколько, ну, за километр там, или как вы водите. Ну, тот говорит им, ну, пишет, типа, 1 километр, 1 евро. Мало. Расчет, расчет виртуальными деньгами, типа, на ВТК-панели. Я потом еще что-то написал, спросил, а один другому говорит, типа, заебал, какой-то, блядь, бизнесмен попал, блядь. Спрашивает, сколько платите, что я буду иметь взамен, нахуй. Какого хера, блядь, мы просто, ну, типа, катать по катушке, блядь, вместе устраивать. Я говорю, ну, если такой расклад, если такая зарплата у вас, ну, тогда я пойду к вам в компанию. Вот и еще оплачу свою компанию, своих ребят. Я согласен, блядь, пошли. Они могут на... Что сказали? Еще надо... на PayPal. Потом они сразу же исчезли с этого стаба. Занимаем левый ряд, развязку прямо проходим. Я бы пошел, если бы они мне на PayPal переводили бы каждый день. Да мы день уже с Андрюхой говорили, бля, мы бы пошли тоже в компанию, если бы там платили соточку в месяц. Да. Помнишь, Андрюх? Ну, там парковаться, за... парковаться, блядь, охеренно надо. Экзамен, да я бы за 2 дня такой... научился бы парковаться, вертеться вообще. Я умею парковаться. Не, я бы вообще прям с закрытыми глазами бы парковался. Работали бы здесь, да? Да, если бы мне хотя бы 200 евро прислали бы. В тех краях, где я живу, это как бы жить можно. О, в моих краях цены вообще. Копейки. У нас люди с России приезжают, они могут купить все. 200 евро, на. Не, ну у нас ценообразование... 200 евро это сколько тысяч там? Смотри, в России ценообразование зависит от мировых цен. У нас зависит от минимальной... От минимального размера заработной... Так что... Чё-то у меня вообще с тачкой, блин. Либо это так шестиступка реагирует. У нас же раньше валюта и не конвертировалась. Это вон, как 2 года открыли конвертацию. До этого валютные операции, типа обмен валют и так далее, не производились во многих банках даже. И между людьми были вообще запрещены, можно было вплоть до срока. Жестко, конечно. Ну, срок это редко, штраф большой. Занимаем правый ряд. Добавляем круиз до 90. Най-най-най. Чё-то вообще... Сзади плетёшься, на. Не найс. Найс, не найс.
Еду 100, блин, да их догоняю. Оттормаживаюсь. Да они тоже тормозят, как... Хер знает. 80. 82 еду, тормозят. Чё с круизом твою дивизию? Какого хера у нее? Во, вроде настроил, еле-еле. Какого хера? Обгон. Он глюч мне, пиздец. Я так боюсь. Что, а на обочину лучше уйдите. Он ебал вообще лагает. Он дурак на обочине. Мне его проще ликвидировать, просто зажав и все, и. Вообще глюч там. Валера, не лагай. Валера лагает вообще, да. У меня точило не едет, не. Пиздец. Все, вообще... он меня три раза будет обгонять. Вообще его штырит, смотри. Он назад откидывает. Он не вывозит вообще. У него из-за нас, видать, залагало. Да, он вообще едет. Все, пипец, на увидел. На тапочке играет. Увидел 6 машин. У меня левый домашний тапочек, и то более признан. То мощнее, да? Он еще попытался подрезать меня, блядь. Да, и меня тоже, кстати. Да, он между мной и Пашей встал. Он между и всеми встает. Это он типа говорит о том, что он быстрее нас, ага. Занимаем левый. Главное, у него пинг в 2 раза меньше, чем у меня. Это комп. Не из-за пинга лагало, это лагало то, что у него комп ведро. Да, ведро его лагало. Сбрасываем скорость. Фу, вроде игра не такая требовательная на минималках, вообще можно на микроволновке. Йоу. Вот что-что, вот комп для этой игры не нужен. Ну да. Ой-ой, это что за херь? У меня тормоза пропадают почему-то. У меня с клавой проблем. Пропадают. У меня кнопка на клаве умерла. Надо разбирать, смотреть, что с мембраной. Жесть. Сегодня мисклики по тормозам идут, то есть у меня... пережимаются, как бы зажаты и все. Ни вперед, ни назад машина не едет, пока я на тормоз не жму. Или вообще не про. А я сегодня на максимальных тормозах катаюсь. Еще с мода не убрал. Когда надо с 200 сразу там тормозить там. Остановите на этом, на заправке, на следующей, или там будет стоян на минуту. У тебя осталось 40 километров. Да? Да, развязка чуть-чуть. После развязки занимаем правый ряд. Потихоньку сбрасываем скорость. Впереди еще одна развязка, вот это не правый. Ха-ха, понял, принял ее. Зашибись. Гонщики. Держим левый ряд.
Андрей, смотри, покупаешь, допустим, грузовик в Польше, у тебя выпадают польские номера. А если поехать в Россию, купить там грузовик? Знаю. Я не знаю даже. Надо проверить. Это же есть Балтика. Будет время, проверь. Заезжаем на бал. Надо будет проверить. Заезжаем на базу. А тут запарковаться легко. Ну да, вот здесь вот из задней взять все. Ну почти. Все, сфотали. Да, все, всем спасибо. Все, ладно, ребята, давайте. Давай. Спасибо за игру. Сотка моя херы. Ну, а на этом блин, больше чем субботу на работу не надо.